Бизнес и власть. Круглый стол с таким названием состоялся во Владикавказе. Его приурочили к предстоящему уже завтра Дню предпринимательства. Вопросы сотрудничества обсудили представители экономической отрасли, власти и предприниматели. Участники встречи отметили, что важно учитывать мнение бизнес-сообщества при принятии решений в области экономики. Состоялась также дискуссия, где молодые предприниматели задали интересующие их вопросы. В ходе семинара в рамках круглого стола говорили об основных инструментах продвижения проектов в сфере социального предпринимательства. Добавлю, что в рамках Дня предпринимательства в республике пройдут и другие мероприятия.